Здравствуйте, в эфире программа «Люди говорят» и с вами ее ведущая Елена Семеновичева. Мы предлагаем вам высказать свое мнение о тех событиях, которые происходят в социально-экономической сфере в Ненецком округе и в стране в целом. Сегодня мы выясним, как часто наринмарцы употребляют алкогольные напитки. Часто. Редко. Я вообще не пью. Я стараюсь не употреблять. А на праздники? На праздники, если только вино и чуть-чуть. Не часто, вообще не употребляю. Не употребляете вообще, даже по праздникам? По праздникам чуть-чуть. Редко. По 50 грамм в обед каждый день. Редко очень. А когда? Ну, если употребляю, то только по выходным. По праздникам употребляю, и я это как-то не стесняюсь, но опять в меру. Сейчас вообще не употребляю. Вообще нет. Очень редко. А когда? Ну, иногда по праздникам и все. Там, 2-3 стопки, не больше. Вообще не пью. Не употребляю. По выходным, может быть, бывает. По праздникам и выходным все. Без комментариев. Спасибо. Если у вас есть мнение по волнующему вопросу, задавайте его по телефону, на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит на улицы города с опросом. С вами была Елена Семеновичева. Увидимся.